В эфире утренняя информационная программа. С вами Алмаз Ашим. Здравствуйте. Число жертв нового типа коронавируса в Китае выросло до 170 человек. Об этом сообщает местное информационное агентство CGTN. Зараженных на данный момент порядка 8 тысяч. В то же время, по данным местного комитета здравоохранения, порядка 10 тысяч были выписаны из больниц за минувшие сутки. Между тем, первый случай заражения вирусом подтвердили власти Финляндии. Инфекцию выявили у 32-летней женщины, прибывшей из китайского Уханя. Еще 15 человек, которые контактировали с ней, проверяются. Франция тоже подтвердила пятый случай инфицирования новым типом коронавируса. Медиками был подтвержден пятый случай заболевания. Зараженной оказалась дочь китайского туриста, который недавно был госпитализирован. Также мы продолжаем возвращать наших граждан из города Ухань. В ближайшее время самолет доставит около 200 граждан во Францию. Крупнейшие авиаперевозчики США заявили о приостановке полетов в Китай из-за вспышки коронавируса в городе Ухань. Так, компания American Airlines заявила о прекращении авиасообщения из Лос-Анджелеса в Пекин и Шанхай с 9 февраля по 27 марта. Чикагская United отменила сразу 24 рейса в города Китая с 1 по 8 февраля, аргументируя это падением спроса на эти направления. Казахстан временно прекращает транспортное сообщение с Китаем с 29 января решением межведомственной комиссии при правительстве. Между двумя странами приостановлены пассажирские автобусные перевозки. В субботу, 1 февраля, будет временно прекращено железнодорожное сообщение, а в понедельник и авиа. Кроме того, пока не утихнет вспышка коронавируса, выдавать визы гражданам Китая не будут. Вместе с тем решено отклонить предложение Международной федерации тенниса о переносе отборочных матчей Кубка Федерации из китайского города Дунгуан в Нур-Султан и также отменить проведение отборочного чемпионата Азии по водному поло с 12 по 16 февраля. По данным комиссии, ситуация с распространением инфекции отслеживается в круглосуточном режиме. Случаи заболевания этой инфекцией в Казахстане пока не зарегистрированы. По данным МВД, сейчас в Китае находятся 1300 наших соотечественников, из них половина – туристы, 204 – сотрудники посольства, генконсульств, компаний и также члены их семей. Сейчас перевозчики возвращают гражданам деньги за купленные билеты. Тем не менее, на востоке страны усилен контроль на таможенных постах Майкопчегай в Зайсане и Бахте в Урджаре. Пропускные пункты оснастили 6 тепловизорами. В области по распоряжению специально созданного оперативного штаба подготовлено свыше 1000 коек в инфекционных больницах. Закуплены необходимые противовирусные препараты, респираторы. Только одноразовых масок приобретено примерно 7 миллионов штук. Дополнительно в регионе подали заявки на приобретение 4 индивидуальных капсул для перевозки возможных больных. Пока в наличии таких только 2. Проводится обучение медперсонала. Штаб по профилактике заболевания возглавил зам. Акима области. В составе группы также медики, санэпидемиологи, представители пассажирских перевозок и другие специалисты. На базе столичного центра фтизиопульмонологии, или, проще говоря, тубдиспансера, развернуто инфекционное отделение на 150 койко-мест для обследования пациентов с подозрением на коронавирус. Учреждение находится за чертой города. Нашим корреспондентам разрешили пройти в полностью изолированный корпус, где сейчас проходят обследование 6 человек. Для госпитализации заболевших выделено 10 машин скорой помощи. Руководство центра уверяет, что всем необходимым оборудованием, лекарствами обеспечены. Судя по кадрам, рядом с каждой койкой медоборудование, врачи в респираторах, а каких-то специальных защитных костюмах на них нет. Особенность этого корпуса, в котором мы развернули это отделение, то, что здесь есть абсолютно изолированная приточно-вытяжная вентиляция, есть обеспечена отдельными входами для того, чтобы мы могли обеспечить раздельную госпитализацию, разделение потоков пациентов. Все палаты абсолютно изолированы. Заразиться коронавирусом от посылки с AliExpress невозможно. Даже если вирус окажется в бандероле, он погибнет в течение нескольких часов.
К примеру, ВОЗ не ограничивает торговлю с Китаем. В целях обеспечения безопасности в КНР заявили, что дезинфицируют все, что отправляется по почте. Но чтобы точно быть уверенным в своей безопасности, после получения посылки специалисты советуют обработать полученные в ней вещи. Идеальная температура, будем комфортная температура для размножения и жизнедеятельности вируса – это плюс 37 градусов. Поэтому вирус сохраняется в организмах млекопитающих. Это, как вы видели, видите, что на сегодня в первую очередь теплокровные. И, естественно, в условиях окружающей среды уже вне организма животных, человека – уже вирус этот жить не может. То есть он быстро погибает. Россия вывозит своих граждан из Китая. До 4 февраля планируется вернуть на родину 60 тысяч туристов. 5 авиакомпаний уже прекратили авиасообщение из Китая в Россию. Операторы приостановили прием новых туристических групп из Поднебесной в связи с обострением ситуации с коронавирусом. По сути, китайским гражданам закрыли въезд в страну. О том, как это отразилось на туристической отрасли, расскажет наш корреспондент Дана Нуржан. 3,5% летальных исходов не настолько страшно, чтобы бояться пандемии, а сам коронавирус переносится больными легче, чем уже известные свиной грипп и атипичная пневмония, так считает известный врач-токсиколог Александр Эдигер. Он убежден, бороться надо не только со вспышкой новой болезни, но и с эпидемией фейковых новостей и истерии вокруг инфекции. Она не просто излишняя, она вредна сама по себе. Потому что у меня серьезное ощущение, что мы получаем стресс индивидуальный, групповой и массовый. Как просто он, ну простите, он может некоторых из нас, простите, в первую очередь сердечников, может просто убить. Коронавирус находится в городе Ухань. Стресс находится здесь. Но больше обычных людей вируса из Китая боится туристический бизнес. Сейчас в Китае из России летает порядка 19 авиакомпаний. 5 из них уже полностью прекратили авиасообщение. Глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов напоминает, что у России сейчас нет авиасообщения с Украиной, Грузией и Египтом. Закрытие китайского направления в таких условиях – тяжелый удар для отрасли. Уже вот за время распространения вируса уже на 30% сократилось количество пассажиров, которые непосредственно раньше перемещались в Китай. Это уже цифра января. Все перевозки достаточно сильно просядут, и более того, мы должны сказать, что данные потери каким-то образом необходимо будет компенсировать. Ни у коммерческих компаний нет, и по сути получится спасать отрасль от закрытия многих крупнейших как авиакомпаний, так и туристических организаций. В прошлом году Россию посетили порядка 1 300 000 китайских туристов. Они – лидеры по совокупным тратам. Только за первое полугодие гости из Китая принесли стране почти 1 миллиард долларов. Сейчас въезд для них закрыт. В середине февраля, по прогнозам врачей, ожидается пик заболевания. Это означает, что февраль, март и апрель компании, занятые в сфере туризма, будут простаивать. Если ситуация не стабилизируется к началу высокого сезона, то есть к маю, туристическую отрасль России ждут колоссальные потери. Ведь сейчас каждый третий турист из дальнего зарубежья прилетает сюда именно из Поднебесной. И речь идет не только об уроне для авиаперевозчиков. Тут потери не только туроператоров, но и потери в целом индустрии гостеприимства. Это объекты показа, музеи, средства размещения, транспортные компании. Прогнозируем, что в ближайшее время все больше авиакомпаний присоединится к ограничению полетов в Китай из России. Вирус ударил и по другим видам бизнеса. Российские экспортеры краба, к примеру, уже оценили потери только в первом квартале как минимум 80 миллионов долларов из-за снижения спроса на деликатес в Китае. Дана Нуржан, Дмитрий Настеченко, Россия, Хабар 24. Ситуация с коронавирусом в Китае может повлиять на рынок частных услуг Казахстана. Многие предприниматели опасаются заказывать товары из Поднебесной через AliExpress. Есть информация, что многие посылки, заказанные больше месяца назад, покупателям еще не доставлены. Тему продолжит наш экономический обозреватель Индира Тикжанова. Спасибо, Алмаз. Ситуация напрямую влияет на бьюти-индустрию, столь популярную среди казахстанских женщин. Цены на некоторые виды услуг, возможно, будут расти. Об этом говорят предприниматели. Казахстанская
Китайская бьюти-индустрия полностью импортозависима и один из основных поставщиков – Китай. Через интернет-магазин предприниматели заказывают все – инструменты, оборудование, материалы. Особенно популярен AliExpress среди мастеров по маникюру, работающих на дому или арендующих небольшие кабинеты. Многие держались на плаву благодаря менее затратным китайским материалам. Теперь им придется обратить внимание на других производителей и, соответственно, повысить свои расценки. Как нам сообщила предприниматель Айнур Тулекова, российские производители – хорошая альтернатива китайским. Именно их продукцией сейчас стараются пользоваться многие салоны, и поэтому неопределенность с интернет-поставками их не коснется. Ну и на российскую продукцию цены с нового года стали выше, поэтому подорожание услуг в этой сфере, скорее всего, неизбежно. Напомню, в прошлом году цены в казахстанских салонах уже выросли более чем на 6%. По сведениям Energyprom, за красоту и ухоженный вид жители страны заплатили в общей сложности свыше 16 миллиардов тенге. Компания Google временно закрывает свои офисы в Китае из-за вспышки коронавируса. Работа их будет приостановлена в том числе в Гонконге и на Тайване. В настоящее время офисы закрыты в связи с праздниками в Поднебесной. Как сообщает пресс-служба компании, меры приняты в соответствии с рекомендациями правительства Китая. Кроме того, Google рекомендует своим сотрудникам в КНР вернуться домой и работать удаленно по меньшей мере 2 недели. Компания Apple увеличила доходы. Общая выручка за квартал превысила 91 миллиард долларов. Это на 9% выше, чем годом ранее. Чистая прибыль составила свыше 22 миллиардов долларов. Рост зафиксирован почти во всех основных рынках, кроме Японии, но лидирует Америка. Также на 7% за год выросли продажи смартфонов, а персональные компьютеры и планшеты пользовались немного меньшим спросом. И более чем на треть увеличились продажи часов, устройств для дома и аксессуаров. Всего таких товаров продано на 10 миллиардов долларов. Дефицит федерального бюджета США в этом году превысит 1 триллион долларов. Об этом говорится в докладе бюджетного управления Конгресса страны. В соотношении к ВВП показатель составит около 4,6%. К 2030 году дефицит увеличится, достигнув 1 триллиона 300 миллиардов долларов. Если прогнозы подтвердятся, это будет вторым случаем за 100 лет, когда соотношение дефицита госбюджета к ВВП превышали отметку 4% на протяжении более 5 лет. До этого такие показатели у Соединенных Штатов были во время Второй мировой войны. В Казахстане растет число молодых предпринимателей. Бизнесмены в возрасте до 29 лет в стране более 145 тысяч. Количество предприятий, где они являются 100% собственниками, достигло 35 тысяч. Свыше 40% ИП действует в торговле и в автосервисе. Более 4 тысяч предприятий работают в строительстве. Зато в таких сферах, как госуправление, оборона, соцстрахование, молодых бизнесменов, собственников встретить можно крайне редко. В разрезе регионов самая активная молодежь в 3 мегаполисах. В полисах Алматы, Нур-Султане и Шымкенте. Меньше всего таких предпринимателей в Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Акмолинской областях. И официальный курс на сегодня: доллар США стоит 378 тенге 86 тиенов. Алмаз, это все деловые новости к данному часу. Вам слово. Спасибо, мы идем дальше. Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеубердиев в Берлине встретился с руководителями крупнейших немецких компаний и провел переговоры с главой МИД ФРГ Хайко Маасом. Также во время рабочего визита Тлеубердиев выступил на очередной ежегодной встрече, которую проводит Восточный комитет германской экономики. Эта организация, основанная в 1952 году, представляет интересы немецкого бизнеса в 28 странах Восточной Европы и Центральной Азии. С подробностями наш корреспондент Шолпан Найманбаева. На ежегодную встречу, которую проводит Восточный комитет германской экономики, собрались капитаны немецкого бизнеса. Среди почетных гостей – министр иностранных дел Казахстана. С этой трибуны Мухтар Тлеубердиев пригласил предпринимателей инвестировать в Казахстан и подробно рассказал об особых условиях, которые предоставляет наша страна именно для немецкого бизнеса. Отмечу, впервые эти преференции предложил президент Касым-Жомарт Токаев в ходе официального визита в Германию.
В Казахстане уже работают такие немецкие гиганты, как Deutsche Bank, Nauf, Metro. Сейчас Казахстан и Германия выходят на новый качественный уровень сотрудничества. В целом, один из главных приоритетов Казахстана – создать благоприятный климат для инвесторов. С момента обретения независимости мы привлекли свыше 300 миллиардов долларов в страну. Мы работаем и далее для привлечения иностранного капитала и технологий. И хочу сказать, сопровождаем инвестора на всех стадиях. Глава МИД Казахстана в Берлине не только презентовал инвест-возможности нашей страны, но и успел провести встречи с главами крупнейших немецких фирм. За этим столом до поздней ночи стороны обсуждали проекты в сфере переработки и утилизации мусора, цифровизации. Большой интерес у германского бизнеса и к сотрудничеству в транспортно-логистической отрасли. Я уже был в вашей стране, хорошо знаком с Казахстаном. Мы давно работаем на шелковом пути. Это важная артерия между Европой и Азией. Еженедельно из порта Дуйсбурга отправляется 35 поездов. Не нужно забывать, что между Германией и Китаем находится много стран. У Казахстана большой потенциал в сфере транспорта и логистики. И много проектов, где мы могли бы принять участие. В Берлине у нас состоялись хорошие переговоры. У меня есть конкретные проекты в сфере инфраструктуры, транспорта и логистики. Также в рамках рабочего визита в Германию Мухтар Тлеуберден встретился с министром экономики и энергетики ФРГ. Говорили они об инвестициях и укреплении сотрудничества между нашими странами. И уже в следующий раз собеседники увидятся в Казахстане. Петер Альтмайер принял участие в министерской конференции ВТО, которая состоится этим летом в нашей столице. Шолпан Найманбаева, Милослав Лавриновский, Хабар 24, Германия. Далее программа «Между строк», а сразу после нее смотрите в нашем выпуске. Сотни домов затоплены, движение парализовано, сезон дождей в Перу только начинается. 1500 доз героина. Полицейские Петропавловска задержали женщину, которая сбывала наркотики в особо крупных размерах. Пьяный за рулем пускает полосы. Это должен быть как динозавр. Удивительные события. Страж порядка Костанай объявили тотальную войну пьяным водителям. Эти подробности через несколько минут. Не переключайтесь. Многомиллионный Ухань превратился в город-призрак. Когда забили тревогу из-за вспышки коронавируса, улицы, обычно заполненные людьми и машинами, опустели. О ситуации в китайском Ухане в шведской газете «Содерман Ландсниетер» рассказал Юхан Бьернфуд, работающий в Китае тренером по хоккею. Сейчас команда Юхана распущена, но уехать нельзя, город закрыт. По словам спортсмена, закрыты также большинство магазинов и ресторанов. Все сообщение с городом прервано, общественный транспорт также прекратил работу. Юхан Бьернфуд в своем районе лишь изредка видит отдельные машины и мопеды. Тренировки его хоккейной команды также временно прекратились. По пути в магазин, куда я шел, чтобы запастись едой и водой, я встретил всего одного человека. Несмотря на то, что мы надеваем маски, прежде чем выйти из дома, я перешел на другую сторону улицы, чтобы избежать контакта. Трудно поверить, что это происходит рядом со мной. Такое чувство, что все это неправда. Цитирует газета Юхана. Спортсмен переехал тренировать хоккеистов в Китай в прошлом году. Сейчас, пока занятия приостановлены, каждый день члены команды справляются друг у друга.
друга о самочувствии и сообщают, нет ли у них симптомов вирусного заболевания. По словам спортсмена, люди опечалены распространением вируса, но в то же время ценят, что власти отнеслись к вспышке заболевания достаточно серьезно и принимают максимальные меры. На вопрос, планирует ли он вернуться обратно, когда все будет позади и сообщение откроется, Юхан пока ответить затрудняется. Все покажет время, заключает хоккеист. Автор газеты Янис Афак поднял важный для Турции вопрос, как противостоять сейсмической опасности, а главное, как извлечь уроки из уже произошедших трагедий. Эрдал Карагёль рассуждает на эту тему в свете последнего землетрясения на Востоке, унесшего жизни 39 человек. Турция – страна, расположенная в сейсмической зоне. За последние 30 лет здесь произошло больше 10 чрезвычайно сильных землетрясений. После всех землетрясений, произошедших в нашей стране, мы не смогли сделать правильные выводы. Проходит немного времени, события забываются, и мы продолжаем жить, как ни в чем не бывало. В этой связи чрезвычайно важен бескомпромиссный контроль сейсмостойкости строительных конструкций в регионах Турции, пишет автор. Убивают не подземные толчки, убивают здания. Так произошло и недавно, когда землетрясение магнитудой 6,8 разрушило 76 зданий и повредило тысячи жилых домов. В поисково-спасательной операции участвовали около 4000 специалистов и 22 собаки. В обеспечении слаженности работы при уже разгребании последствий турецкое правительство обычно на передовой. Чего не скажешь о работе по обеспечению профилактических мер, критикует автор. Газета настаивает на том, что проблема аварийного состояния тысяч жилых домов в отдаленных регионах страны все еще не решается. И это может привести к пагубным последствиям в будущем. «Тайм» посвятила статью легенде NBA, ушедшему недавно из жизни Коби Брайанту. Газета раскрывает подробности авиакрушения, в результате которого 26 января величайший баскетболист и его 13-летняя дочь разбились недалеко от Лос-Анджелеса. «Тайм» рассказывает, когда в 10 утра вертолет упал на далеком поле в штате Калифорния, на борту находились 9 человек. Все они погибли. Синоптики прогнозировали значительную облачность и плохую видимость в районе происшествия, а очевидцы сообщали о густом тумане над холмами. Брайант вошел в историю баскетбола как один из величайших игроков всех времен. Ему удалось одержать победу в 5 чемпионатах NBA, дважды стать самым ценным игроком, один раз стать самым ценным игроком регулярного чемпионата, завоевать 2 победы на Олимпийских играх, 18 раз попасть в команды сильнейших в составе Лос-Анджелес Лейкерс, а также занять 4-е место в рейтинге самых результативных игроков в истории NBA наряду с Майклом Джорданом и Леброном Джеймсом. Брайант был совершенно беспощадным игроком. Он был готов вырвать сердце противника одним сокрушительным броском или искусным броском в прыжке с отклонением от кольца. Это его коронный трюк. Он открыто ругал менее талантливых игроков в своей команде и всегда боролся за мяч в сложных ситуациях, пишет газета. Испанский врач-диетолог Елена де ля Фуэнте Идальго рассказала газете «Ля Вангарде», как избежать преждевременного старения. Говоря об антивозрастных мерах, упор обычно делается на необходимости физических упражнений. Но забывается самое важное – правильная диета в сочетании со здоровыми привычками. В совокупности это замедляет окислительный стресс и старение всех клеток нашего организма, цитирует газета диетолога. Основой питания Идальго посоветовала сделать свежие сезонные фрукты и овощи, бобовые, орехи, цельнозерновые и ферментированные молочные продукты. Кроме того, необходимо отказаться от алкоголя, употребление которого, как считают ученые, связано с сокращением теломер – концевых участков хромосом, защищающих ДНК от повреждений. Также среди так называемых «старящих продуктов» диетолог выделила жареный картофель, маргарин, а также сахар и соль. Проливные дожди в Перу вызвали сильные наводнения, а большая вода затопила сотни домов, парализовано движение на дорогах. Сообщается, что рекордный объем осадков в стране выпал всего лишь за несколько часов. По улицам люди передвигаются с большим трудом. Уровень воды в затопленных штатах, расположенных к югу от Лимы, достигает 2 метров. К слову, в Перу сейчас сезон дождей, который может продлиться до апреля. 500 рыбаков чуть было не попали на отколовшейся льдине в открытое море. Трещина образовалась в 2 километрах от берега в заливе Мордвинова, что в Сахалинской области. Вопреки здравому смыслу, предупреждениям спасателей, которые заранее сообщали о том, что выход на лед крайне опасен, рыбаки все же решили испытать судьбу и в итоге оказались в опасной ситуации. Повезло, что спасатели оперативно прибыли на место и благополучно на катерах эвакуировали людей. Медпомощь никому из спасенных не потребовалась.
Мигрантам разрешили сойти на берег. Судно с 400 нелегалов, спасенными в Средиземном море, пришвартовалось в итальянском порту Таранто, в то время как европейское правительство пытались договориться о том, куда их доставить. Французская неправительственная организация SOS Méditerranée, которая управляет кораблем, говорит, что мигранты в основном из Судана, Сомали и Эритреи. Среди них более 100 детей. Источник в МВД Италии заявил, что Германия и Франция готовы принять некоторых из беженцев. Ирландия и Люксембург также готовы оказать помощь. И также сообщают, что в этом месяце в Италию прибыло примерно 870 мигрантов на лодках. Против израильского премьер-министра Бениамина Нетаньяху подано обвинительное заключение. Его дело перешло в суд. Сейчас всех в Израиле волнует вопрос, как он будет исполнять свои обязанности. Подробности в нашем сюжете. Итак, Бениамин Нетаньяху из подозреваемого официально стал подсудимым. Прокуратура передала в суд обвинительное заключение по трем уголовным делам. Впервые в истории государства будут судить действующего главу правительства. Так он и называется в документах теперь — подсудимый Нетаньяху. Было передано обвинение по трем делам, два из которых — это нарушение доверия, то, что называется, а третье, самое существенное, это получение взятки. Подрыв доверия – это когда человек, получивший мандат на власть, обманул ожидания общества. Взятку, по мнению следователей, Нетаньяху получил в виде положительного освещения его деятельности от крупного интернет-портала. За это компания, владелец портала, имела налоговые льготы. Теперь вопрос, может ли премьер исполнять свои обязанности. В израильских законах нет прямого запрещения подсудимому главе правительства исполнять обязанности, возможно, потому что до сих пор не было таких прецедентов. Юристы говорят, участвовать в таком процессе и одновременно руководить страной просто не реально. Поэтому мне кажется, что было бы все же логично, если бы он ушел со своего поста и занимался этим делом. Но с другой стороны, ему нужно вести переговоры сейчас. У нас план Трампа, есть переговоры. Может быть, это важнее. В любом случае, Нетаньяху уже отозвал свое прошение о предоставлении иммунитета и собирается идти в суд. Как он будет исполнять обязанности, пока непонятно. Хотя уже в марте в стране пройдут неочередные выборы, и он вполне может утратить свой пост. Обычно уголовные дела в Израиле, если они, конечно, не связаны с убийством, например, или изнасилованием, в Израиле рассматривают долго. Назначают и переносят заседания, апелляционные инстанции. Все это может длиться годами, но только не в этом случае. Здесь имеет место так называемый общественный интерес. Общество внимательно следит за тем, что происходит вокруг дела премьер-министра. Поэтому суд решил не тянуть. Первое заседание назначено уже на февраль. Сергей Услендер, Хабар 24. Громкие задержания наркодилеров, аварийная обстановка на автодорогах и другие резонансные преступления в свежей подборке чрезвычайных происшествий прямо сейчас. Полицейские Петропавловска изъяли у наркодилера 1500 доз героина. За сбыт наркотиков в особо крупных размерах задержана местная жительница. Она вела обособленный образ жизни, запрещенные вещества продавала узкому кругу лиц по предварительной договоренности. Во время задержания подозреваемая пыталась скрыться. Женщина водворена в следственный изолятор. В отношении нее начато досудебное производство по статье 297 части 3 Уголовного кодекса. Незаконное изготовление, переработка, приобретение, обретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств. В Нур-Султане сотрудниками Комитета национальной безопасности задержан член преступной группы, гражданин Республики Азербайджан. Злоумышленник перечислял денежные средства лидерам транснационального преступного сообщества, находящимся в Турции. Как сообщили в ведомстве, финансирование осуществлялось из средств, полученных путем вымогательства с местных предпринимателей. Задержанный водворен в СИЗО Департамента полиции города Нур-Султана. Проводится досудебное расследование. На трассе Нур-Султан-Петропавловск загорелась снегоуборочная машина. Инцидент произошел близ села Бузайгыр. Известно, что спецтехника принадлежала Казавтожолу. Полицейским уже удалось установить причину возгорания. ЧП спровоцировало замыкание электропроводки погрузчика.
С начала недели больше 200 человек эвакуировались с заметенных автодорог восточного Казахстана. Спасли 11 детей. Из-за неблагоприятных погодных условий в регионе закрытыми остаются 8 участков трасс республиканского значения. В борьбе со стихией задействовано свыше 400 единиц спецтехники. Почти 700 килограммов рыбы и 1,5 километра сетей изъято у браконьеров в Тарбагатайском районе восточного Казахстана. В отношении нелегальных промысловиков возбуждено 4 уголовных дела, сообщает пресс-служба регионального департамента полиции. Задержанным грозит уголовное наказание в виде 3 лет лишения свободы. 3 человека отравились угарным газом в центральной мечети села Актугай Карагандинской области. 3 молодых людей в возрасте 22 и 23 лет без сознания обнаружил прихожанин. Один из них работал в мечети кочегаром. Пострадавших доставили в больницу, но спасти их врачам не удалось. Причины сейчас выясняют. Известно, что в помещении работал дизельный генератор. С прошлой недели столичные школьники не ходят в школу. Сначала из-за метели и снегопада, теперь из-за сильных морозов. Управление образования сообщило об отмене занятий для учащихся с нулевого по 9 классы первой смены. Сегодня в Нур-Султане столбики термометров доходят до -29. Выезды из города закрыты в 2 направлениях – в сторону Атбасара и Экибастуза. Полицейские Актюбинской области зафиксировали увеличение числа дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями. За неполный месяц на трассах региона уже зафиксировано 6 аварий, в которых 7 человек погибли и 8 ранены. Все ДТП со смертельным исходом произошли на дороге Самара-Шымкент на участке от Актобе до границы с Кызылординской областью. Нередко участниками аварий становятся иностранные граждане. Водители засыпают за рулем, выезжают на полосу встречного движения и превышают скорость. Проводим еженедельную профилактическую работу «Безопасная дорога». В рамках «Безопасной дороги» раздаем памятки в целях безопасности, где указываем аварийно-опасные места, подъемы, спуски и также указываем дорожно-метеорологические условия и места отдыха, кемпингов. Предупреждаем их, чтобы они ночью отдыхали, ночное время, чтобы фактов сна за рулем чтоб не было. От снежных сугробов кустанайцам помогают избавляться волонтеры. Очередной челлендж Безбергемас прошел в доме ребенка. Десятки сотрудников одного из коммунальных предприятий очистили от снега территорию в 10 тысяч квадратных метров. Почти такая же площадь пришлась на крышу здания. Ее тоже освободили от осадков. Справиться с такими объемами в одиночку дворнику было бы не под силу. Помощь в виде дополнительных рабочих рук и техники подоспела вовремя. За январь в области выпала годовая норма снега. Снега много, уже на данный момент увезли порядка 100 кубов снега. Значит, ну и будем продолжать дальше вывозить. 3 единицы техники привлекли сюда, а остальное все люди. Все поддержали, все довольны, никто против не был, никто не отказался. Даже люди, те, которые были в отпуске, вышли с отпуска и поддержать вот этот челлендж. Присоединились к общереспубликанскому челленджу актюбинские спортсмены. Воспитанники школы-интерната Олимпийского резерва в течение недели посещали дома ветеранов, занимались уборкой снега в дворах и помогали им по хозяйству. Тотальную войну пьяным водителям объявили полицейские в Кустанайской области. В течение следующих 6 месяцев стражи порядка будут усиленно дежурить на дорогах региона. Для этого специальные группы начнут создавать уже с 1 февраля. Только за минувшие выходные в области в состоянии алкогольного опьянения задержаны 23 водителя. А с момента ужесточения законодательства это чуть больше 2 недель. Арестован 51 любитель езды под шофе. Патрулировать будут не только полицейские, но и руководящий состав. Отдельная задача поставлена участковым инспекторам и ювенальным полицейским. Проверять и искоренять продажу алкоголя в неположенное время. Лишать лицензии, кто был замечен на это. Продажа алкоголя несовершеннолетним – это отдельный комплексный план. Но в первую очередь мы сегодня ставим вопрос по искоренению вот этого пьянства за рулем. Пьяный за рулем в Кустанайской области – это должен быть как динозавр, удивительное событие.
Китае число больных пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, стремительно растет. Заразились около 8 тысяч человек по всей стране. Число летальных исходов приблизилось к 170. Однако медицина на месте не стоит. В Поднебесной уже одобрили 2 тестовых набора диагностики инфекции. До 3 месяцев потребуется местным ученым для производства вакцины, разработка которой уже началась. Изучают клиническую эффективность препаратов для лечения вируса. Одновременно идет серьезная подготовка к возвращению жителей из новогодних поездок. Что происходит в столице Китая, расскажет подробно наш корреспондент. В Пекине зарегистрировано более 100 случаев заболевания новой коронавирусной пневмонии. Среди заболевших есть и дети. Последние вместе с пожилыми входят в категорию риска. Работа по профилактике и контролю распространения инфекции ведется точечно. Особенно это актуально в преддверии окончания праздничных выходных и возвращения жителей обратно в Пекин. В основном мы используем различные методы для работы с жителями квартала, чтобы повысить их осведомленность о мерах профилактики и контроля новой коронавирусной пневмонии. Они должны понимать, что сейчас необходимо их сотрудничество во временных ограничениях. Это показывает их ответственность за себя, свои семьи и общество в целом. В городе регулярно проверяют магазины, рынки и аптеки, чтобы предупредить ценовые спекуляции. И такие прецеденты уже были. В социальных сетях горожан просят сообщать о случаях дефицита продуктов и масок в их районе. Маски, кстати, не везде можно найти. Как говорят в аптеках, все увезли в Ухань. Если ранее были закрыты пекинские трассы, то теперь отменили и железнодорожное сообщение с рядом регионов страны. Как в ограниченных условиях себя чувствуют казахстанские студенты, мы спросили у докторантки Центрального университета национальности Китая. В настоящее время в нашем университете объявлен карантин. 128 иностранных студентов остались на зимние каникулы, 12 из них – казахстанские студенты. Нам не рекомендуют выходить в общественные места. На улицах нужно носить маски, а также строго поддерживать личную гигиену. В кампусе работают медпункт и супермаркет, постоянно дежурят преподаватели. Студентам раздают маски и измеряют температуру тела. В случае чрезвычайной ситуации мы на постоянной связи с посольством Казахстана. В целом ситуация в Пекине стабильная. Повсюду звучат лозунги, призывающие население сплотиться в борьбе с вирусом. В сети распространяют видео в поддержку города Ухань, эпицентра эпидемии, и провинции Хубэй. Слова «Ухань вперед» звучат очень часто. Показывают героизм медиков в войне с вирусом. Ты должен продолжать борьбу. Ты не можешь остановиться, даже когда упал твой товарищ. Эпидемия еще не прошла. Если мы все уйдем, тогда на кого можно положиться? Серьезная степень заболевания – всегда его последний порог. Между тем, китайские эксперты прогнозируют, что пик заболевания придется на следующую неделю-полторы. Затем эпидемия начнет постепенное отступление. И для этого принимаются всесторонние меры. Как же на самом деле будут развиваться события, покажет время. Батагоз Сыргабаева, Айгерим Сулейменова, Хабар 24, Китай, Пекин. Между тем, первые случаи заражения вирусом подтвердили власти Финляндии. Инфекцию выявили у 32-летней женщины, прибывшей из китайского Уханя. Еще 15 человек, контактировавших с ней, проверяются. Франция тоже подтвердила уже 5-й случай инфицирования новым типом коронавируса. Медиками был подтвержден 5-й случай заболевания. Зараженной оказалась дочь китайского туриста, который недавно был госпитализирован. Также мы продолжаем возвращать наших граждан из города Ухань. В ближайшее время самолет доставит около 200 граждан во Францию. Тем временем крупнейшие авиаперевозчики США заявили о приостановке полетов в Китай из-за вспышки коронавируса. Компания American Airlines заявила о прекращении авиасообщения из Лос-Анджелеса в Пекин и Шанхай с 9 февраля по 27 марта. Чикагская United отменила сразу 24 рейса в города Китая с 1 по 8 февраля, аргументируя это падением спроса на эти направления. Казахстан временно прекращает транспортное сообщение с Китаем. С 29 января решением межведомственной комиссии при правительстве между двумя странами приостановлены пассажирские автобусные перевозки. В субботу, 1 февраля, будет временно прекращено железнодорожное сообщение, а в понедельник уже и авиасообщение. Кроме того, пока не утихнет вспышка коронавируса, выдавать визы гражданам Китая не будут. Вместе с тем решено отклонить предложение Международной федерации тенниса о переносе отборочных матчей Кубка Федерации из китайского города Дунгуан в Нур-Султан. И также отменить проведение отборочного чемпионата Азии по водному поло с 12 по 16 февраля.
По данным комиссии, ситуация с распространением инфекции отслеживают круглосуточно. Случаи заболевания этой инфекцией в Казахстане пока не зарегистрировано. По данным МВД, сейчас в Китае находится 1300 наших соотечественников, из них половина туристы, 204 сотрудники посольства, генконсульств, компаний и члены их семей. Сейчас перевозчики возвращают гражданам деньги за купленные билеты. Тем не менее, на востоке страны усилен контроль на таможенных постах. Майкоп Чигай в Зайсане, Бахты в Урджаре. Пропускные пункты оснастили 6 тепловизорами. В области по распоряжению специально созданного оперативного штаба подготовлено свыше 1000 коек в инфекционных больницах. Закуплены необходимые противовирусные препараты, респираторы. Одноразовых масок купили на более чем 7 миллионов штук. Дополнительно в регионе подали заявки на приобретение 4 индивидуальных капсул для перевозки возможных больных. В наличии пока что таких 2. Проводится обучение медперсонала. Штаб по профилактике заболевания возглавил зам. Аким области. В составе группы также медики, санэпидемиологи и другие специалисты. На базе столичного центра фтизиопульминологии, или, проще говоря, тубдиспансера, развернуто инфекционное отделение на 150 койко-мест для обследования пациентов с подозрением на коронавирус. Учреждение находится за чертой города. Нашим корреспондентам разрешили пройти в полностью изолированный корпус, где сейчас проходит обследование 6 человек. Для госпитализации заболевших выделено 10 машин скорой помощи. Руководство центра уверяет, всем необходимым оборудованием, лекарствами обеспечены. Судя по кадрам, рядом с каждой койкой медоборудование, врачи в респираторах, но каких-то специальных защитных костюмов на них нет. Особенность этого корпуса, в котором мы развернули это отделение, то, что здесь есть абсолютно изолированная приточно-вытяжная вентиляция, есть обеспечена отдельными входами для того, чтобы мы могли обеспечить раздельную госпитализацию, разделение потоков пациентов. Все палаты абсолютно изолированы. В связи с распространением смертельного вируса в Кызылорде на особом контроле граждане Китая и лица, прибывшие из соседней республики. Это вахтовые служащие, туристы и студенты. Они находятся в обсервации, то есть под медицинским наблюдением в течение 2 недель. Медики сообщили, 2 раза в день у них замеряют температуру, проверяют состояние здоровья. При обнаружении симптомов их сразу же изолируют в бокс областной инфекционной больницы. Пробы исследуются в лаборатории, но в регионе специальной тест-системы против вируса неизвестной этиологии пока нет, поэтому анализы экспресс-почтой направляются в Алматы, в Центральную референтную лабораторию и в Национальный научный центр особо опасных инфекций. Также под строгий контроль попадают лица, которые контактировали с больным. Так как инфекция вирусно-этиологического характера, наш фонд антивирусных препаратов достаточно большой. В профилактических мерах подготовлены палаты-изоляторы на 190 мест. Все стационары обеспечены неснижаемым запасом медикаментов, дезрастворов и защитными средствами. Готовы и оборудование медицинского назначения. К 175-летнему юбилею Абая в Нидерландах будут переизданы слова назидания великого казахского поэта. Фундаментальное произведение уже переводили несколько лет назад с русского на английский, затем с английского на нидерландский. Однако тогда издание вышло небольшим тиражом. В этом году посольство Казахстана в Гааге решило перевыпустить его, придав книге больше содержания и улучшив дизайн. Творческая группа, в состав которой, кроме переводчиков, вошли и послы 2 стран в обоих государствах, решили написать обширное предисловие. В нем, по словам одного из переводчиков, известного литературоведа и ученого Зифы Алуы Ауэзовой, будет раскрыт культурно-исторический контекст этого произведения. Ожидается, что оно выйдет в свет уже во второй половине мая. Тираж составит около 1500 экземпляров.
нидерландцам через понятные им исторические ассоциации, через ту информацию, которую они знают о 19 веке, рассказать о том, кто такой был Абай и почему сегодня для каждого казаха он является и на самом деле и умом, и честью, и совестью, и до сих пор, что в слова его размышления и его призывы к тому, каким должен быть человек, почему они до сих пор актуальны, почему в 21 веке мы продолжаем к нему обращаться. Ну, считаю, что Абай, во первую очередь, известный философ, автор, поэт, и он отлично понял, какое богатство уже есть у казахского народа и какое значение это имеет в мире. Через неделю у нас в библиотеке первого президента будет мероприятие по поводу перевода дневника Анны Франк в казахский язык. То есть оба эти книги являются мостами между разными культурами и народами. Мы на этом закончим, но вернемся немного позже.